Время 8 утра, я снимаю видос, я не спал. Зачем я это делаю? Блять. Ну, чуваки, здорово. Давно не виделись. Опять я проебался на месяц. Потому что я тупой. Короче, вас уже больше 1000. Я 1.5 года шел к этой цифре, и для меня это что-то вообще нереальное. Я не думал, что в принципе мои видосы когда-либо соберут больше 500 просмотров, но видосов, которые собрали уже больше 1000, на моем канале дофига, ребят, серьезно. Я не ожидал такого. Спасибо, что смотрите вообще меня, я не понимаю, почему и кому я вообще интересен, но с каждым днем вас становится все больше и больше. Это именно та самая обещанная во вкладке сообщества. Теперь у меня есть вкладка сообщества, блять. Я вообще в ахуе. Это то самое обещанное видео на 1000 подписчиков. Хоть вас уже и больше, чем 1000 подписчиков. Но вот. В этом видосе, ребят, просто я хотел поговорить без сценария, без чего-то еще. Просто сказать вам спасибо за то, что подписываетесь. Смотрите видосы. Сейчас я постараюсь заняться ютубом опять вплотную, а не делать видос раз в месяц на отъебись. Я попробую что-нибудь серьезное, поинтереснее придумать, прикольное, как-то с монтажиком попариться, что-то такое. Короче, ребят, следующее видео, скорее всего, будет как раз-таки о том, куда я пропал, что я делаю вообще, почему не выходят видосы, почему я не катаюсь на доске, и зачем мне вот эта вот красная ушанка, и что вообще, почему я начал ассоциироваться у людей как чувак в красной ушанке. Поэтому, ребят, спасибо за просмотр этого видоса. Можете ставить лайки, можете ставить дизлайки, хочу видеть ваши комментарии. Можете предлагать в комменты, в принципе, какие-нибудь ваши идеи для видосов. Можете просто задавать мне вопросы, потому что вас уже 1000 все-таки, как бы, поэтому я хочу сделать Q&A видео, то есть ответы на ваши вопросы. Поэтому пишите ваши вопросы, я выберу лучшие и постараюсь на них ответить в одном из следующих видео. Ребятки, спасибо еще раз большое за то, что вы вообще смотрите меня, за то, что вы подписываетесь. Это круто. Может быть, когда-то я стану известным ютубером, но мне кажется, этого никогда не будет. Ребятки, до следующего видео. С вами был Бучер. Я постараюсь не проебываться настолько много. Пиздец, я еще и разговаривать не умею. Короче, ребят, еще раз спасибо. Пока.